Ну вот, теперь все начнут стягиваться к твоим координатам. Фуникулер будет здесь через какое-то время, но это тебе не скоростной лифт? Прекрасно. Ты не волнуйся. Я убежден, твои новые друзья развлекут тебя, пока ты ждешь. Буду сообщать тебе о прогрессе. Спасибо огромное, Фрэнсис. Дженсен, фуникулер уже на полпути сюда. Включить тревогу. Поторопись на посадку, Дженсен, живее! Дженсен, я начинаю думать, что в Peak Communications не все то, чем кажется. Что тебя натолкнуло на эту мысль? Секретный подземный уровень? Факт, что круглосуточная новостная сеть вмиг опустела? Или вооруженная охрана, которая пытается меня убить? Давай без сарказма, а? Я про то, что мне не составило труда пройти их защиту и получить доступ к системам. По крайней мере, к их части. Что ты имеешь в виду? Такое чувство, что меня словно направляют в одни узлы системы и удерживают от доступа в другие. Только я не представляю систему безопасности, способную на это. Потом разберешься, Причард. Чтобы добраться до мисс Касан, мне понадобится более точное описание, нежели тайное логово. Проекционное облако в офисе 404 сопровождалось пиком нагрузки на энергосеть. Его источник в одном из больших подземных залов, номер 80211. Подозреваю, что именно оттуда идет ее передача.
Что-то послышалось, надо проверить. Кажется, оно взялось отсюда. Ты что-нибудь видишь? Тут следы взлома. Приближаюсь к указанному пункту. Thank you.
Включить тревогу. Окно. Возможно, на территории нарушитель. Обыскать все. Выяснить, в чем дело. Приближаюсь к указанию. Кажется, вижу обидно. Мы уверены, что... Вот там. Нарушитель. Следующий сектор. Есть, сэр. Ты это слышишь? Либо камень упал, либо кто-то стреляет. Куда он делся? Все цели! Огонь на подавление! Yeah.
Access granted. Access granted.
Приближаюсь к указанному пункту. Access granted. Access granted. Thank you.
Thank you.